Добрый день, россиянин! Сегодня тема нашей программы – водная анимация, то есть искусство рисования на воде. Вы представляете, в наш век высоких технологий находятся люди, которые рисуют на воде. Вы не верите? Думаете, что это невозможно? Сегодня я, Андрей Воронин, и телеканал «Где и кто?» приоткрою над вами завесу тайны над искусством водной анимации. Для этого мы отправимся в студию рисования песком, потому что именно там происходит вся эта феерия. Пойдемте! Скажите нам, как же вы придумали эту технологию водной анимации? И какие предпосылки были для этого у вас? Ну, предпосылки были самые, что ни на есть, практически. Дело в том, что мы очень давно уже рисуем песком. Ну, не только я, вообще весь наш творческий коллектив. И было, да. Ну и, собственно, в процессе рисования, на самом деле, когда ты рисуешь год-два именно песком, очень не хватает красок. И очень хотелось добавить, ну, соответственно, раскрасить, что называется, добавить цвета. Но в песке это сделать довольно сложно, да, потому что там весь принцип именно монохромного изображения. Вот. Но оставить вот эту вот динамику, именно живое исполнение, очень хотелось. И поэтому стали экспериментировать с водой, с красками, собственно. Доэкспериментировались. Получилось, скажем, ну, конечно, естественно, не все сразу получилось. До сих пор, в общем, дорабатываем какие-то нюансы, элементы. Но, в принципе, так очень по-другому смотрится. И вообще вся фишка, она совершенно на другое рассчитана, да, что вот если в песке такая быстрая динамика, то в воде, наоборот, такое очень успокаивающее, гипнотизирующее, завораживающее скорее. Когда у вас получилась все-таки первая достойная картина на воде, что вы почувствовали? Что открылось вам, быть может, в этот момент? Ну как, нет, пока открылось, не знаю, но восторг, конечно, был неописуемый, потому что никто же не знает, как будет вести себя краска на воде. Собственно, на самом же деле ведь физически рисовать на воде именно краской невозможно. Поэтому, в общем, мы это называем водной анимацией. А на самом деле это такая химоза, в принципе, такой химический состав, на который просто держится краска. Вот. Но краска не просто держится, она себя как-то ведет. Да? Она очень интересно расплывается, она очень интересно и дает эффекты. Причем, понятное дело, что краски такие необычные, некоторые, да, вот некоторые люди, которые смотрят это видят впервые, они почему-то думают, что это масляная краска. Да? То есть я могу развеять все вот эти предположения, потому что это совершенно не так. Это не масляная краска, но, во всяком случае, на нашем составе масло ведет себя совершенно по-другому. Но краска, естественно, своеобразная, она не обычная, да, то есть это не гуашь, это не акварель, это не, соответственно, как я уже сказала, не масло, вот, но, в принципе, такая интересная, дает очень интересный эффект. Но, тем не менее, вот каждый цвет дает совершенно разные эффекты, и вот именно на этом мы играем, то есть, по сути, это манипуляция цветом. Я хочу сказать дорогим телезрителям то, что водная анимация, которая придумана Татьяной Мазиной и ее коллегами, является единственной и уникальной. Поэтому некоторые технологии она не хочет нам рассказывать. И правильно. Расскажите, пожалуйста, есть ли востребованность у нас в стране такому виду искусства? Но вообще говоря, и у нас в стране, и за рубежом, в принципе, все инновации, и в искусстве в том числе, кто бы ни говорил, воспринимаются на ура. И люди, наоборот, ищут что-то новое, да, и те, кто ищет, те, естественно, находят. Понятно, что продукт должен быть качественный, да, то есть одно дело идея, а другое дело ее реализация.
И покуда это была какая-то сырая идея, да, то есть она, может быть, и не была так интересна всем. Но сейчас, да, сейчас определенно могу сказать, что очень многие интересуются и у нас, и за рубежом в том числе, и хотят учиться этому и так далее, и так далее. Но мы не учим, я честно признаюсь, учим только песком пока рисовать. Но, может быть, именно потому, что раскрывать технологию, как вы правильно совершенно заметили, мне бы сейчас не хотелось. Ну и как бы я так думаю, что на каком-то этапе это, естественно, произойдет. Как вы видите дальнейшее развитие данной технологии, данного вида искусства? Во что это может вылиться? Но это такое, я думаю, что это, скажем, будет развиваться дальше на стыке каких-то видов, да, искусства. То есть, например, мы уже попробовали и уже показали перед публикой, причем очень, скажем так, очень авторитетной публикой, показали совмещение воды и песка. Ну, когда два человека рисуют, один рисует песком, другой рисует водой, на воде в смысле, и идет совмещение на экране. Тоже интересная штука, потому что ни один, ни другой не знают, да, что каждый из них, да, что произойдет. Хотя, конечно, это все отрежиссировано, сценировано, там, несколько раз прорепетировано, даже не несколько, много раз. Но, тем не менее, ведь художник, например, который рисует песком, он рисует поверх, да, на воде. Он не знает, что происходит, да. То есть довольно такая рискованная штука. Но, тем не менее, эффект, в общем, неожиданности такой есть. Очень интересно. Ну что, друзья мои, а мы, в свою очередь, пожелаем дальнейших творческих успехов коллективу Татьяны Мазиной и вернемся к Насте, которая сейчас, в данный момент, заканчивает рисовать свою картину. Пойдемте. Друзья мои, а это Настя, очень стеснительный, но очень талантливый художник. Настя, скажи, пожалуйста, что же ты чувствуешь, когда ты рисуешь вот такую красоту? Чувствую я вдохновение, наслаждение от того, что я могу донести людям и показать, какую красоту можно творить с помощью красок и воды, чтобы люди поняли, насколько все это может быть красиво. Настя, скажи, пожалуйста, какая же сложность есть в технологии рисования? Сложность состоит в том, что вода – это непредсказуемая поверхность, на которой рисовать. Вообще, до некоторого момента, наверное, люди не представляли, что можно рисовать на воде. Мы попробовали ее укоротить, то есть контролировать направление краски, растекаемость. Вот. И, собственно, укоротить именно воду, чтобы получалось ровно то, что мы хотим. Друзья мои, не будем отвлекаться. Продолжим эту феерию красоты, как я ее называю. Вперед, Настя! Водная анимация – это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, а потом увидеть еще 100 раз. Ведь это величавая проекция наших эмоций на водную гладь. С вами был я, главный аниматор телеканала «Где и кто» Андрей Воронин. Пока!